Красотища. Льда только по краям нету практически. Заходить пришлось по палочке. Ну, такие вот условия. Весь лед в воде. Посмотрим, удастся ли что-то поймать здесь. В общем, кроме трех нано-окуней, которых я отпустил размером с палец, я ни черт не пойму. Не пойму вообще, в чем причина. Господи, дал бог. Наконец-то поймал я ерша. Хоть что-то похожее на рыбу. Ладно, продолжим. Поймал я целого ерша одного. На этом все пока. Опять затишло. Затишье какое-то бесконечное. Снег опять начал срываться. Ну, в общем, все не так. С утра шел снег. Потом, наверное, полчаса не шло снега. Сейчас опять идет снег. В общем, бесконечное изменение погоды. Поймал худющего окуня. Ну, хоть что-то. Это все, что я вымучил. Ерша и окуня. Я не знаю, сколько лунок тут набурил уже. Но не клюет ничего. Во, абсолютно. Эх, не видать сегодня удачи. Опять крупа прошла, пошла. Люди постепенно уходят, вижу. Собираются. Что-то мне не везет с погодой. Уж ловить просто не умею. Еду по заснеженному лесу. Красиво тут вообще.